участие в сражении у высоты 137 американские войска были преобразованы в мощную ударную группировку и направлены в небольшую изолированную долину под названием Хубай. Разведка США определила этот район как ключевую стратегически важную область. Источники, близкие к верховному командованию, предупредили, что там же находятся регулярные части СВА. Сообщения из Ханоя подтвердили... Американские войска были преобразованы в мощную ударную группировку.